Вот такой вот красивый остров. Это не мой остров, это остров Сахетки, которая написана не по тому языку, который я могу правильно прочитать. Поэтому говорить, как зовут Сахетку, я не буду. Вот мне понравилось, что тут как бы оно и не вырублено, но сделано по-своему красиво. Вот тут деревья, вот улитки под зонтиками. Вот так вот с яблочками. К сожалению, я у себя все вырубил. На моих участках такого уже никогда не будет. Поэтому вот показываю вот такую красоту, потому что я не знаю, если в будущем здесь вот это все поубирают, то здесь не будет, возможно, так красиво, как может быть красиво. Но мне, честно сказать, нравится вот этот вот остров. Собственно, почему я начал записывать? Потому что этот остров привлек мое внимание своим простым построем. То есть здесь не стоили там, чтобы что-то по-богатому или как-то сильно заморачивались, а просто так из простого сделали красиво. Это даже не каждому пойдет в голову вот так вот делать. Поэтому мне очень нравится все вот эта вот задумка, вот эти вот, не знаю, саженцы, которые они посадили, это так задумано, что век живи, век учись. Учись в простом находить красоту, что не каждому дано. Спасибо соседям, что не умеют удивлять своими уникальными островами. Если когда-нибудь еще увижу острова, обязательно покажу. Но мне кажется, что другие острова не такие уникальные, чтобы вот так вот можно было сказать с удовольствием, что я рад быть соседом вот таких вот людей, которые умеют удивлять. Вот. Я думаю, всем понравится это видео, поэтому я его не зря снимал, потому что первым делом оно нравится мне.